Меня зовут Алмаз Телимбаев, я из Кыргызской республики. Работаю в государственном агентстве связи, которое является регулятором в области информационно-коммуникационных технологий у нас в стране. Занимаюсь вопросами анализа рынка телекоммуникаций и регулирования. Ну, как вы знаете, тема данной конференции непосредственно увязана с целями устойчивого развития ООН. Поэтому сейчас весь мир, в принципе, работает над тем, чтобы достигать эти цели у себя в стране. И на этой конференции были приняты очень много важных решений, в том числе особенно для развивающихся стран. Наша страна тоже является развивающейся страной, и мы уделяем большое внимание развитию именно средств связи и телекоммуникации в целом. Среди всех них могу отметить, допустим, ту проводимую работу, которая у нас в стране осуществляется по расширению и доступности услуг связи для всех слоев населения, в том числе отдаленных регионов. У нас страна горная считается. Ну и кроме этого, также здесь много вопросов было по именно влиянию развития информационно-коммуникационных технологий на другие сферы экономики страны, то есть электронное образование, электронная медицина и другие подобные проекты.